Неплохо. Твоя любимая комната. Ну, короче, он не здесь. Ой, у тебя атака. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Хей, добро пожаловать на мой канал. Я рада, что ты сегодня здесь со мной. Пожалуйста, перед просмотром поставь лайк, напиши комментарий и подпишись, если ты до сих пор этого не сделал. И приятного просмотра. А мы продолжаем наше маленькое путешествие по маленьким домам. Фазмофобия. Сегодня у нас Ridgeview Roadhouse. Наша задача на сегодня — стать свидетелем паранормального явления, сфотографировать призрака и избежать от него, пока он за нами охотится. Нашего друга на сегодня зовут Джастин Андерсон. Мы берем оборудование, берем ключик и выходим на охоту. Сегодня у нас ветрено, ясно. Погода так и шепчет. Катя сегодня необычайно молчалива. Так, пройдемся быстренько по проклятым предметам. Доска. Неплохо. В подвале у нас есть шкафчики. Так, включим сразу щиток. В подвале? Да, я уже включила. Так, в гараже ближайший шкафчик. Нет, дальний. Да. Давай в ливинге устроим опрос. Да, сейчас. Подожди, проверка. Я думала, это призрак уже играет. Но не слышно. МП у тебя есть? Меня что, так плохо слышно? Да, есть. Вот дальние ванни. Пошли спрашивать, где его комната. Ёпта. Или я буду сейчас одна спрашивать? Я нашла его комнату. Твоя любимая комната. А ты чем? Его комната. Твоя любимая комната. МП3. Он в фойе. Да, и при этом он вот тут. Где кость? Забивает. А вот кость в мастер бедрум. Прощай. Так, я пойду выпью таблетки. Странно у него фойе понятие. Фойе это может быть перед комнатой. Да, но при этом он и в комнате давал тоже. Но там же маленькая комната, поэтому неудивительно, что он там будет давать взаимодействие. А. Давай, я беру радио, лазерка и ультрафиолетовый, если ты не забрала его у меня. Или я ничего не брала. Ты старый, ты молодой, ты злой, ты добрый, ты близко. Ты рядом, ты далеко, ты злой, ты добрый, ты старый, ты молодой, ты злой, ты добрый, ты близко, ты рядом, ты далеко, ты в этой комнате. Ну, короче, он не здесь. Точнее, это не радиоприемник. Так, сейчас я проверю лазерку и этот арбо. У нас минус. Девушка. Спасибо за следы. Слушай, но арбо не видно. А, минус, подожди, минус и на кухне. Я же тебе говорю. И арба. Уходит на кухню, вот, следы. И арба. Минус и арба.
Так, минус и арба. Ревенант Юрей Хантон Рио. Может быть мимик, если у нас будут или отпечатки, ты или близко? Радиоприемник. Ты здесь. Катя ты сейчас молодой, проверит ты старый, радиоприемник. Ты в этой комнате. Ты мы здесь, возьмем благовоние. Ты старый. Фотокамеру. Ты в этой комнате. Так, попробуй на кухне. Нет, нет, чай. Пробовала. Ну, тогда надо, чтобы он либо двери потрогал, либо что. Так, сфоткаем доску, пойдем заберем кость. Нычки здесь нету. Включим свет, дабы нас не выбило щиток. Ну, в принципе, всех их можно определить по атаке. Могу сказать, что это не Юрей. Он бы нас с гостами уже закидал. Сажаю рассудок. Отпечатков нет. Зато есть вода. Ты хочешь поставить свечки и Анре проверить? Нет. Так, ну, отпечатков нет. Одну свечку потушил. Вторую потушил. Где он? Есть. Я его сфоткал. Какую потушил? Я не могу понять. Он возле лестницы был. А, переместился, значит? Не знаю. Может, просто напугать решил. Раз фотоаппарат мне больше не нужен, подвозьму фонарик. Ой, у тебя атака. Атака или гост? Атака. Атака. Но, в принципе, беги. Ты выполнишь все задания. Я не знаю. Ты в гараж побежала? Он на второй этаж, что ли, пошел? Это мне Эвик. Пустите меня в дом. А, все. Я думаю, сходи за благовонием. Попробую еще раз домой. Атаку. Доску сломаю. Свечи тушит, так что готов. Ну только одну потушил. Слушай, но это не Анрё. Нет, не Анрё. Рыбальщик летает. Он бы убежал бы от свечек. Это не Анрё в том плане. Свечки горят, а атака была. Он бы сначала все свечки потушил. Они же на него как распятие действуют. Это Хантон. Так, ты сказала, это не Ревенант. Мы сейчас еще проверим на атаке, когда ты вернешься. Да, я вернулась. Прятки. Меньше. Иди сюда.
Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ой, голопопик. Слушай, а он в своем месте был быстрым? Ну, Ханту. Где минусовая? Да, это Ханту. Если это, конечно, не мимик его пародирующий. Так, что, квесты все выполнены? Призрак определен. Атака закончится, и можно уезжать. Все. Пум-пум-пум. Пум-пум-пум. Почти спидран. Шутка. Это не спидран. Нет, арба все еще летает. Андрей бы уже переехал от такого количества свечек, если он бы них не тушил. Да, поехали. Скорее всего, точно не Юрей. Он Юрей бы больше гостов давал, а у нас был он всего один. Да, это был Ханту. Мы правильно сделали все задания. 10 минут 11 секунд. Неплохой результат.